Так, ну что, чекай, что я могу. Смотри. Не понял. А, ну что ж, здравствуйте, да, меня зовут Влад, вот этого милого пса зовут... Эй, пёс. Минуточка. Пса зовут Владимир. Здравствуйте, Владимир. Всем привет. Ну что ж, мы будем проходить Некрофобия 2, оказывается, еще есть Некрофобия 3, поэтому и третью мы тоже пройдем когда-нибудь. Что, погнали, как бы, вот, да, заходим. Типичная хата, да, мы же тут вместе с тобой живем, да, вот. Типичная хата, кроме звуков. Так, да. Открыто. Что тут началось неприятное? 25-я квартира у нас. Началось неприятное. Квест кей-карт. Нам нужна карточка. Там кого-то прибили, блядь. Что? Somebody here? Кого-то кончили здесь. Может, за холодильником? It got me. О! Don't let get. Ой. Ой. Надо бежать. Дверь его убила. Его дверь надо... убила. Тут чел сидел нормально, сидел, что-то чилил, я зашел, он сдох. Тут закрыто. Лески карта. Опа. Бежим. Ля, музычка, конечно, тут пошла. Открываешь, да? Закрыто. Нет. О, а мы с 25-й. Так гей-карту взять у чувака, который там сдох. Так, тут мы стартовали. А, вот она, я Влад. Нашел. Я нашел. Нашел? Супер. Тогда открывай нам двери. Я ничего не боюсь. Я не боюсь. А, боюсь, я зомби. Pistol unlocked. Лифт? Это по лифт? Идее, мы должны без оружия, судя по всему, вообще не собрать. Подожди, подожди, не заходи. Ну? Нет, почему? Тут же монстры есть. Кого-то кокнули. Ой. Что здесь? Переноска для котика? Я нашел ключ. Yeah. Ты видел кей? Ты видел этот кей? Тут что-то их кончает. Так, тут Ой. Просто появилось кровавое пятно. Ха. Закрыто. Кто-то пучит. Чтобы никто не подумал на Давай, тебя. Давай, открывай. Нужно... Это нет, нет, не открывается. Чтобы никто не подумал на тебя, что тебя пучит, надо сказать, что это кого-то пучит. Да-да-да, это точно кого-то. Так, ну хорошо. Поехали кататься на лифте. Еще, подожди. Я сейчас... вот дверь, я вот сюда ключ взял. Ладно, окей, го. О! Вот это единственное. The elevator is broken. Переводим с английского, лифт сломан. Обосрался, пиздец. Не понял. Ненавижу, когда передо мной двери закрывают. Что? Я наверх пойду. О! Там что-то было. Ты мне в запаре пересек зачем-то. Окей, тут закрыто. Тут... А, лифт сломался, я понял. Тут чувака немножко расплющило. Так, а вот тут... Тут нужен ключ, Влад. Открой. Мы, кстати, сверху, мы сверху. У тебя же есть ключ. Нет, я этим ключом открыл дверь, которая была возле элеватора. Да? Это не та, не та дверь, да. Не так, тот ключ. Мы будем... Сука! Извините, я думаю, что мы бы с тобой в жизни не прошли бы, я бы тебя пристрелил при первой же возможности случайно. Ну окей, ну вот это уже пострашнее, конечно. Да, это уже что-то поинтереснее. Тут скример. Вот, ладно, твое да. любимое, твое любимое, давай. Строительством буду заниматься, расчищение строительной площадки. Так. Тут еще и ползать, блин. Чё? Эй, балдежики, я упал. Прыжок. Я столкнул какую-то. Там просто хилки были. А, так вон же выход. Да. Так там же наверх, но в другую сторону, с другой стороны, да. И мы по лестнице спускались вниз, типа, а вот наверх. Наверх мы не поднимались. Ой. Тут чел мелькнул. Ага, здесь занимались изучением мозга. Я посередине, слева мой кот, справа это ты. Так, тут тоже замок. О, кладбище. Ой. Вот открытые пространства, это даже хуже в таких играх. Почему? Не знаю. Боишься? Страш. Сысь! Ты сысь! Как на Уралмаш зашел. Как будто во двор свой вышел.
Нет, это вышел за забор, за ограждение своего дома. Окей, закрыто. Тут тоже. Не понял. У тебя что, ключ пули подходящий, что ли? Да нет, ты открыл, я закрыл ее, ты просто не увидел анимацию. У тебя ключ на 12. Окей, нужен кей-карт. Гей-карт нужен. Борн. Блин, Вов. Ты извини, но он меня не пускает. Меня не пускает. Ой, Вов. Вов, а что-то говном топит. Топит, Вова. Топит. Ты умер. Тут из туалета, изо всех щелей вода льется. Я не могу стрелять. 14.08. Я стрелять не могу, Я не могу тебя никак открыть. Я попробую гранатки. Теперь я бегу отсюда. А что делать, подожди? Ты серьезно? Там надо Борн, родись. Типа, тебе надо переродиться, значит. То есть там надо по-любому умереть. Ну, судя по тому, что... А я не могу гранату кинуть. Так ты просто нырни вниз, и тебя начнет коцать. У меня хп не тратится. Я ни одно оружие не стреляю, только кроме пистолета. Я не могу убиться. Чего сюда зашел? Я на велике еду. В смысле на велике? Да подожди меня, не я едь на велике. О, подожди меня. Дверь можешь подойти? Че видишь? Да. С тобой как на квесте. Давай кидай грен. Я тебя вижу. О, стоп. давай, шмаляй, убей. Во, давай. Ты сейчас не вижу. О, подожди. Стой. Я чуть правее от тебя. Вперед. Может, Ctrl нажмешь или Shift что-нибудь? Подожди. Ты наверх. Красава. Все, я реснулся. Ну, дверь не открывается. Благодар очка. Так, подожди. Которую ты зашел, она теперь не открывается. Надо было что-то сделать. Там ничего не было. Короче, да, пойдем возвращаться назад. Там ничего не было, я подобрал только вот броню. Вот здесь, стой назад. О! А, подожди, мы тут были. Стоп. Тут тоже вон что-то Борн. Вот наверх, мы вот здесь не поднимались, иди сюда. А вот здесь что-то экзит. Ты на самый верх поднял? Чел упал. It's locked. I'm so sorry, but it's locked. Так. А вот тут дверь. Влад, я дверь открыл. Как? Я все нашел. Вижу, что ты сделал? Я вот здесь просто открыл дверь. Где? Не знаю, нашел ли я карточку, а вот здесь. Что? Вот. Как ты открыл? Не знаю, просто подошел и нашел. Она у тебя была? Так вот ключ, вот еще ключ. Окей, карт-текер. Я провалился. Куда? Вниз. Какой низ? Подай со мной, если можешь, потому что у меня тут сам трабл. Пой. Здорово. Там дверь, которая... А, все, ты... Ну все, ладно. Как ты, короче, как ты открыл, что у тебя ключ был. О. Там была дверь закрыта, я ничего не... Да как обычно, твою мать! Вот я тут дверь открыл. Там разбирайся, я тут тоже пока... Здравствуйте. Я не могу понять, почему у меня, когда я захожу, все время закрывает. Тут видишь кин-код, а? Все, разобрался. Так вот. Меня пытались сшивать. Я нашел туннель. Хост туннель. Нет, вот здесь вот не пройти, там вон есть выход. Я уже нашел. Здесь тоже все занято, значит надо идти сюда, ну, вот все, сюда. Ну, да. Я как в видяшке с котиками. Ты где? Вова. Ты где? Иди сюда, тут проход же, вот. Иди сюда, вот проход, вот. Так там тоже проход. Неловко. Вот, смотри, тут тоже проход, это, видимо, секретка, значит, все правильно, нужно идти сюда, ну секретку. Да, тут... На меня тут просто хэдкраб упал. Нашел секретку? Ну да, тут до хрена хп, что-то еще. Да, так, блять, это не та секретка, ты просто игноришь, блять, меня, ты просто доджишь меня. Все, я здесь. Куда нам дать? Тут все, больше ничего нет? Да, тут просто проходной. Блять, все. У меня стоя идешь не приседай. Я тоже сдох, блять, меня туалетом прибило зачем-то. Вот сюда, господи боже. Не сюда, вот сюда. Я не профессионал в таких играх. Сюда. Чел.
Я не хочу. Чел, ты. Ты чё? Да ты первый. Ты шутишь. Светишь лампу, убери, бля. Ты такой смешной пиздец. Надеюсь, я не окажусь в такой комнате. Почему? О, бомбануло у кого-то. А, все? Разговоров-то было. Так я выламываю, короче. Слушай, это не из первой части. Так, тут Мальчики? Чуваку было плохо, и тут был скример. Где? Тут чувака немного покромсало. Ха. Тут надо три ключа, короче. Три замка его. А, надо найти три ключа. Че, тебе удалось что-нибудь обнаружить? Да, я нашел только двух бомжей, и они больше ничего не делают, кроме как лежат просто. Я нашел первый ключ. Ключи есть еще огромные, просто нечеловечески огромные. Где ты нашел ключ? Где мне не смотреть? А, ну сам тут ты... два ключа должно быть, вот, потому что здесь два. Блять, уже два, Вова. А, ты один открыл? Да. Давай вместе зайдем, вот сюда иди, вот сюда. Вова, иди со мной. Вместе, по-любому закройте. Готов? Залетай прямо за мной. Да я был уже. Ты был? Я был здесь, спустя. О, ключ! Вот я ключ нашел. Вот меня закрыло после ключа! О, ты меня открыл, спасибо. Как-то я первый раз его пропустил. Надо найти, значит, еще один ключ. Я нашел. Hey. Нет, я ничего не нашел. Иди ко мне. Тут в тазике тоже пусто. Так если бы я знал. А? Как ты телепортируешься, блин? Заходи вот сюда. И вон там слева проход. Я просто когда его первый раз открыл, спускаюсь, там вот этот черт на меня смотрит. Кейтекен сделал. Ну все, возвращайся. Я с тобой не пошел, я решил не рисковать. Найс, я понял. Вот сюда. Все, там открыто. Влад, ага. Влад, да, Влад, что? И посмотри, что там. Ничего. Это Влад! Подожди, подожди, подожди. Ну-ка, стой там, стой там. Я не могу, я думал, я тебя смогу затолкнуть. Ты нет, тут нельзя затолкнуть. Давай вместе зайдем. Давай. Behind you! Behind you, он сказал, так это сзади. Я знаю. Понял. Влад, ну я красненький теперь. Вот окей, тут есть тут... деревянная херня. Сколько, говоришь, у тебя было парней? Ну чё, поползи? Лачку, конечно. Хм? Это когда ты пришел к парктологу. Например, так же все там и происходит. Так. Абсолютная темнота, именно на улице. Ну, конец какой-то слабенький, мы просто шли, нас телепортнуло после темноты, я не помню. Да, в первой части было получше, потому что ты шел и видел свет, свет в конце туннеля, типа ты выходил наружу. Ну шо, ребят, это была вторая некрофобия, первая была получше, вторая, ну такая, ну чисто на полрубля, пойди поищи ключи, найди очко, залезь в очко, найди ключ, вернись и так далее. Не знаю, наверное, третью тоже посмотрим, и вообще посмотрим другие карты, и еще что-нибудь еще в Гаррис Моде поснимаем, потому что, в принципе, игра неплохая. Ну шо, ребят, как вам прохождение Гаррис Мод? Владимир, до свидания, было приятно с вами проходить. До свидули. И вот, ребят, парочка видео для вас. А тут один, тут второй. Очень интересно посмотреть, что да как, ага. И до встречи, ребят, в следующем видосе.